Ядерка, давай быстрее скипайся, я знаю, что тут умер. Так ты скейп нажми. Скейп! О. Иди сюда. Пс-то он. Ты уронил ночь, что? О, да кайф. Короче, бери ведро и тягай воду, иди туши пожар. Сам тягай воду. А я... О, так... Я тягаю только аж худив. Гоя урожай посажу. Здесь вот урожай можно посадить. Здесь все есть для урожая. Зачем тушить пожар? Как горит? А там надо. О, тут робот Геншин Импакт. Бей его, бей его, бей его. С ядерки было легче. И после этого иди сюда ко мне подойди, я сейчас... Мы сейчас хавку лютую посадим здесь. Your first car. Так а можно ядерку построить? Пока нет. Короче, Матвей, нужно еще убивать роботов, из них будут. Если желтый робот, то с него будут падать металлические руки. Их нужно шкрябать, короче, чтобы лутать железо. Для железа нам нужно, чтобы сделал первую машину. А ядерку тушить, ну, в плане магма. Да ты доел. Все, давай, я тебе помогаю. Давай. Работай, всё, сука. Что 13 часов? Это улучшение лучницы королев? Там. А где у тебя 13 часов? А-а-а! Это на нашу грядку нападение через 12 минут. Ой, не часов? У нас есть грядка? Да, я сделал. Это 10 часы, это минуты. А, да. Короче, надо подойти, там у нас будет ГГ потом. Но с грядка, по идее, небольшая, они вряд ли тоже жестко агрятся. Но учитывая то, как то, что у нас кроме молотков ничего нету, то вполне возможно, что мы без еды останемся. Сейчас машину вот это, да? Ну пошлите дерево рубить пока что. Пока и роботов. Оба. Пока там роботов где-то. Матвей, руби деревья. Пиздец, такой уёбский скин сделал. Прошлый реально был красивее. Нет, нормально. Получше даже. Он, что за... Это, понимаешь? Я как будто сгорбившийся. Блять, светловолосый, ну. А как тебе мой скин? Ну, у тебя сейчас легенда. Выглядишь как шильная шлюха, которая сдохла от выстрела в грудь. Ясно. Да ты иди, я шкрябаю дерево. Короче, ломай деревья и также шкрябай их. Чем мне делать? Иди сюда, короче. У меня 70 металла, у меня 70 металла. Ну, Гоя, пока подшипники будут. Иди сюда, Матвей, у тебя здесь крафтбот у нас. Да, короче, смотри, я поставил там подшипник делаться. Как только он сделается, возьми его, и вот с помощью этого металла делай новый... Вот здесь крафтбот, он подшипник делается. Он когда сделается, забирай его и делай новый подшипник. Я тебе металл дал для подшипника. Крафт. Коллект. Крафт. Два? Да, а у тебя английский или русский? Английский. Можешь поменять. Если хочешь. Он напевает. А, это. Это крафтбот, да. А сколько их надо? 6. А, 5 надо 5. Один у Дани есть. Всего 6, надо 5. Так, нам 5 минут еще до нападения. Если мы выдержим нападение, я не знаю, какое он там жесткое будет, но если мы выдержим, это будет очень здорово. Слушай, мы обеспечим себя хавкой, ну, достаточно нормально это. На весь оставшийся анус. Угу. Еще там? Чё? Ну, я не знаю, я подобывал вот этого горешего дерева, он называется янтарь. Грешник, 18 штук. Вот, ну и в целом нормально. О, ты добываешь дерево. Давай я буду шкрябать. Окей. 5? 5 подшипников, да. Ну и в целом больше их сразу расставлять. 6 у Дани. Колеса нужны. Метамфетаминовые. О, у меня одно есть. Я говорю, у меня 4 колеса есть. А, ну, давай, короче, ставь. Я одно у себя у меня будет. А почему? А где-то подшипника одного не хватает. Должно не хватать. Где-то одного подшипника должно не хватать.
В смысле, я все поставил, мне перестали они светиться. А ты сколько скрафтил? Ну, стоял один, я скрафтил еще 5 и расставил, как упало. А зачем? Все, все. Ладно. Надо было всего, что? Надо было в общей сумме 5. 6 удали. В смысле, ну так я 5 скрафтил. Я поставил 1-й подшипник, он еще 5 скрафтил. А, это, все, я понял. Mm. Ну смотрите, нам нужно теперь 10 металла. О, дайте 10 металла, 10, дайте 10 металла, я скрафчу. У меня я могу кресло скрафтить. 10 металла? 40 металла, что, дай. Что тебе дать? 40 металла дай. Сейчас. Я все дам. О, нормально. Так, давайте. Так у нас все, мы сейчас тачку сделаем. Как выкидывать? Инвентарь наводишься и за пределы инвентаря выкидываешь. Инвентарь. Никому не надо пить есть. Б. Пить есть никому не надо. Да, не, не надо. Я просто жажду уже. И где? А. Наводишься. И выкидываешь за пределы инвентаря. Ага, да. Спасибо. Один, спасибо. Так, я могу скрафтить еще. А, так все, бензиновый двигатель, мы все у нас есть. У меня бензин есть. 4 литра. А у меня 6. Ну нормально. У меня 172 дерева. А как так выкидывать? Так ты наводишь и выкидываешь все. Левую кнопку мыши зажимаешь. Все, я крафчу. Пошлите кресло пока поставим. 172 дерева. Так нам еще нужен моторчик. А да, я крафчу. 172 дерева. Кстати, подождите, а. Здесь же. О, так здесь гробчик есть. Малафья. Моя вода. Кокаиновая. Здесь в этом корабле еще куча дроп оказывается. Задачник. Кровать. Ну. Вот тогда пока. Кайновый. Но я предлагаю не уезжать пока что. Поставьте движок, не уезжаем. Сейчас подождем, пока это рейд пройдет, соберем урожай и поедем. Ебать, заколхозил. Ладно, с машиной два. 10 секунд, бежим, 10 секунд. Беги сюда. Мы защищать должны? Да, сейчас дауны прибегут, быстрее иди сюда. Побежали, нападаем. Они бегут, я слышу их. Побежали в атаку! Первого убил. Или это не те? Нормально, все, кто бегут сюда, тихо убиваем. Еще. Заодно разбираем это. Кокаиновая. Элементы вот эти вот, может, да. Да, прикольно, подшипники тут тоже. Мы как-то не разбираем, там ничего не хавают у нас. Нормально. О, вот это надо тоже разобрать. Дыня! Так, все? А, ну все, сейчас ждем буквально немного, она там дорастет. Волна вообще какая-то слабая. Неудивительно, такой размер урожая. Что это? Ой, это плата. Мать плата. Магазин? А, нет. Мне кажется, она вообще такой не потянет такой груз. Хотя, нет, здесь не того, что тяжело. Да куда? Потянет все. Ты соединил? Да где я крафтится? А. Я могу второй тебе сделать, мне хватает еще на один. Давай. Ну что, я это сделал, будет там второй крафтиться пока что. Все, он крафтится, через 30 секунд можешь забрать уже. Нормально поворачивается или инверсировано? Не-не. Зеркально. Ось, нормально. Ага. Да, еще и радио вместе с этим подключу, и голову робота. Или голову робота говно? Голову робота можно на кнопку. Сейчас кнопка есть обычная, или ее только крафтить. Если крафтить, то из чего? Ну, все, можешь забирать. Да-да. Для коробки нужна одна... А у тебя есть одна микросхема? Есть. Скинь одну. Ну, электроплата, да? Ну да-да. Так, забирай.
кнопочку сделаем, и его будет. А нужно еще маленькие кресла сделать, чтобы вы вдвоем сели. Ой, не знаю, может первое время будем бежать просто рядом. А так стамина будет, хавка тратится. Так, что там урожай наш? Интересно стало, сколько в теле младенца кокаина. О, помидор один вырос, который я удобрил. Мне жажда. А, на, попей. И вот это вот сейчас заховаю. Корова нарыгала. Это кот. Так. Дыня. Не знаю, они не хотят расти. Вот выросла. И походу обязательно удобрение. Выросла. Нет, ее нельзя собрать. Они походу без удобрения не хотят расти. Я удобрил помидор, он один вырос. И остальные... Типа костная мука? Типа да, только я не знаю, как ее делать, она просто здесь валялась. Все, два плода. Вот. Два плода не созреют. Сиди, вот. Короче... Позови, короче, когда они вырастут. О, ну все, и все сразу выросло. А те вот два, да, они выросли. А сбивать можно или нежелательно? Да пофиг. Короче, у кого есть место, собирайте землю. У меня просто мало места уже. Она не едет в гору. Блять, главное не утопить. Все, у меня фул инвентарь заполнен. Кокаиновый. Погнали, погнали. Он не едет даже в такую горку. А мы здесь. Нам не в эту сторону вообще ехать. Я понимаю, но тут нельзя выехать. А, давай движок вообще усилим. В два раза. Пизда. Возьмите, а, вот, да? Возьмите вот это вот ведро кто-нибудь. Вот здесь вот возле меня. Сейчас, я возьму. Ну, поехали. Кокаиновый. Семья трансгендеров. Ой, пробился, что я нажал. Не, слишком сильный движок. Давай, давай передний привод поставим. Я на переднем приводе ездил раньше. Передний привод, он нормальный. Ну, логично, что... Слушай, не дергай, дергай колесами. Погнали. Ура, на Россию с танками. Мы приехали, ура! Зачем? Нам, ну, просто нам не выгони взять на подъемник и побежать. На подъемнике нельзя бегать. Да и стамина тратится. Что нежелательно при нашем бюджете еды. А, ну, это и есть все плюсы данного автомобиля? Да. Но еще он красивый. Включи фары. Фару. Чувствую себя долбоёбом полным. Так мы же тут были, там сверху кокаиновая горка. А мы там, мы уже залутали. О, так еще и радио, слышишь? Ну, вообще имба. С подрог едем. Вообще с горки будем. О, сейчас лютый разгон. Не такой лютый разгон, как, конечно. Не, ну музыка вообще имба. Не, музыка кайва, да, прям. Я чувствую себя как будто вот в настоящем Майбахе, ну, то есть. Блин, когда будут нормальные колеса, типа, тогда будет вообще кайф. Подвесочка, чтоб ехать нормально. Ну-ну. О, налево, корови, сейчас молоко с него залутаем. Блин, ебать, очень быстро. А у кого-то из вас есть кукуруза? Кто-то собирал кукурузу? Не-не, я вообще не делаю. А, только у меня. Ща, короче, молока золотая, попить. У меня делдаки на голове 4. Да, кстати, у него еще голова какая-то странная, где у него вымя. Это корова. Только не бейте ее, а то она умрет. Она какает.
Ладно, сыр молоком. У нее на сзади написано Sunshake. Трясти за... А, о. Молоко. Кому молоко? На что выкидывать еще раз? А, так. Кнопки нет отдельной. Бери. Ага. Ты... Это корова. Матвей, бери молоко ты, у меня места мало, у меня только один слот остался. Собирай ты все молоко. У меня места много. Ну, пусть у Матвея будет уже. Я хочу ответственность. Да забей, чё, если ты убрёшь, тебя все вещи выпадут именно в мешке. Их никто не сможет собрать, кроме... Нет, такая... У неё папы нет. Она из... Подожди, а я могу... А, я пока могу, подожди, у меня ещё в слоте хранится. Ладно, я могу, отдай. Ну так на нахуй. Сейчас. На нахуй. Я ещё пока могу собирать. Ладно, я за вещами съезжу нашими. А, стой, заберите одно молоко, мне одно молоко не вмещает. А, я выпью, мне жажда. Вообще, я... Просто так нахуя-то сказал. Слазь. Поехали на Россию с танками. Нашим бюджетом танков не будет. Ну поехали. Уверены. Да ладно, это почти как танк. Да. А я только сейчас заметил то, что вот кресла именно маленькие, они сделаны из лопаток деревянных для еды. Из для, да. Полетела ракета. На Донбасс. Так, ну, полетела остановка получается. О, давай, купи мне вот это мороженое. О, нет. Соски. Собирайте, у меня нет места. Вот, соберите холодильник. Где холодильник? Еду, ну, в плане ту, которая... Прахнув камыш. Пока. Да стой ты. Да и мы догоним. А, да. Покрал кассу. Так, это здесь вообще лишнее. Это мое место теперь. Вот здесь, все, садись, садись, нормально уже. Ну слушай, а, неплохо едет. Так-то. Ну да. Стоять. Блять. Продукты питания понадобятся. Или это мусорка? Ну колесо трется об него. А, тогда убираем. Да, убирай. Ну фреш кайф. Мы вообще самое модное. У нас даже не он есть. А я смотрел, он дорогой, ну, относительно. А, похуй. Бля, ебать, красивый закат, я бы... Сзади, его... сзади, они машину сломает. Бежим бить, защищать Украину. Блять. Да нет, ну ладно. О, побежали. Лос Сантос Кастомс. А, нам уже батарейка. Река Эспар. Я возьму ее. А, там это же это там будут чилы какие-то, да? Это вентиляция. Иди, я пока пошкрябаю руку его. Requires power. Requires mastery battery. Иди сюда, ляг на кровать, поставьте чекпоинт. А? Поставьте чекпоинт. Где? Как? Вот там вот кровать а, есть. А, там Cloud 9? Да, зайди там. Кувалдой бьёшь и открываешь дверь. А. Так, что мы можем сделать на 4 набора компонентов? Ничего. Нам минимум нужно 5 наборов компонентов, чтобы делать очистителя. Нам на крафтбота нужно 10, у нас 4. Это обычный мод мастера.